И снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит, персонаж с ветки спрыгнул. Я оставил последние два, вот эти две покадровки. И сейчас нужно сделать, чтобы он именно приземлился. Вот такая штука. Так, выбираем опять же кости. Уже уровень земли я, значит, сделал именно план. Ветка та же. Освещение потом поменяется. Итак, значит, здесь он должен к земле, значит, присторопиться, да? Так. Ну, приземляется он где-то вот так вот, да, наверное. Так. Тройка на нампаде R. Перекручиваем. G. Теперь что у нас тут выходит? Так. Это тазовая кость. Тройка на нампаде N панель. Так, скринкаскей тут нету. Я переустановил, значит, ноутбук. И аддон этот пока еще не устанавливал. Так. Вот так он устанавливается. Так, тройка на нампаде. Нужно теперь вот эти все штуки ног выровнять. И их, значит, G на растопырку. Так, теперь делаем тройка на нампаде баланс. Значит, приземление G. Лапы как-то поровнее, наверное, нужно сделать. Позвоночник. Перекручиваем семерка на нампаде. Делаем ровно. Голова выравнивается. Так, где она тут? Вот так, наверное, была. И вот так вот. Так. Перекручиваем. Лапы стоят. Персонаж стоит. Так, так, так. А, вот. R. Нагинаем нашего персонажа пониже. Теперь идет шея R. Она тоже сгибается. Лапы G. Так, лапы G уходят сюда. Назад R перекручивается. Вот так как-то. Так, эта лапа теперь G тоже повыше. И тоже, значит, на вытяжку. И R перекручивается. Ну, где-то вот такая должна быть поза. Так, R чуть-чуть, наверное, подровняем. Вот так. И что-то тут натяг лап разные. Так. Где-то так, наверное, локти. Локти определены. Так, вот здесь вот нужно единица на нампаде R позвоночник подровнять. Итак, персонаж приземлился. Пишем А. И прописка идет. Видите, то же самое у меня осталось. Именно с этим персонажем. Пробовал другие именно проекты. Там все с ригами работает нормально. Значит, это косяк именно вот этого проекта. Ну, главное, чтобы покадровки остались, а там можно будет применять уже к любому персонажу. БВХ файл какой-нибудь сделать. Тоже нужно будет рассмотреть это дело. Как по-быстрому к любому персонажу это все дело присторопить. Так, теперь идет у нас 15-й кадр. Так, на 15-м кадре мы вот этого персонажа за тазовую кость садим пониже. Теперь вот эту лапу, R, перекручиваем G, выводим на колено, выводим R. Так, ага, уже есть нехорошие сподвижки. Так, R, во, сверху надо смотреть. Вот так это дело все ставится. Так.
А это лапа. Так, эта лапа должна быть. Вот так вот, G. К этой лапе R опускается чуть-чуть, значит, к ней. Так, это лапа. Так, так, так. Значит, G ниже садится. R. Так, вот этот позвоночник переключится чуть-чуть в эту сторону. Так, и голова, голова, главное, так, вот так как-то, в эту сторону. Так, G, локоть опускается, и, наверное, вот это предплечье, ну, в смысле, ключица тоже опускается. А вот с этим, с этой ключицей, так, вот с этой ключицы, как говорится, нам не повезло, да? Так, а с этой ключицей локоть вот так выкручивается, R подсобачивается, и значит еще он должен вперед податься, и рука должна перекрутиться. Так, еще раз перекручиваем, подставляем G, подводим. Так, это значит вот сюда, и на какую ногу он приземлился. Допустим, пусть вот на эту. Вот на эту левую. Так, что-то тут такая с позвонком. Как-то вот так, наверное. Не, так это он в эту сторону должен смотреть. Но лучше таз тогда еще вот так вот припустим. И голову R перекрутим. Можно даже не вот так вот. И к этой ноге. Ну, точнее, к этой руке. А эту ключицу чуть-чуть приподнимем. А эту еще больше, значит, опустим. И чуть-чуть вот выведем вперед. А, и вроде бы, о, садится. Так, погнали дальше. Так, тут тебе нужно перекрутить. Короче, чтобы он где-то на 40-м кадре встал. Так, давайте вот этот 15-й еще переделаем. Так, план я пока отключу. Дерево пока тоже не надо. Давайте еще немножко. Вот здесь вот я похимичу. Значит, G это как бы вот сюда. А это значит рука как бы кверху и ключица еще кверху. Чуть-чуть назад, наверное. И вот эта часть. Так, это сверху надо крутить. О. И вот эту чуть-чуть еще перекрутить вот так вот. И G к ноге. Так, эту, значит, включить руку чуть сюда. А эту, значит, еще чуть-чуть. Как бы вот так. И тогда ключицу R чуть-чуть на место, G чуть-чуть пониже. Нормально. Главное, когда будете, вот когда вы вводите ключицу, не запутайтесь, где она была. Так, что тут получается? Значит, это R. Это значит чуть-чуть тоже приподнять. Ну, думаю, нормально. А? 20-й кадр.
Так, на 20-м кадре чуть-чуть G, R, перекручиваемся. R, еще руку подаем вперед. Вот так где-то. И вот эту часть G. А эту руку выводим вперед. И немножко подгибаем А и. Так, смотрим, что получилось. Так, делаем 25-й кадр. Даже нет, давайте сразу 35-й. И на 35-й делаем Shift D, 10-й кадр. Надеюсь, все это дело не порвет. Так, теперь делаем G, чуть-чуть присед. Выравниваем позвонок. Вот так. Наклоняем чуть-чуть побольше плечевую, ну вот эту шею, наверное. Так, голова чуть-чуть приподнимается, чтобы взгляд был. И вот эти лапы G, R, так, R, G, вот так вот. Раз, и вот этот локоть приподнимаем. А, пардоньте, нет, локоть опускаем. Так, R сюда. Так, сюда перекручиваем. Еще раз, наверное, R и G. Так, где-то вот в таком духе. R, ключицу опускаем. И тогда лапу. Вот так вот. Эту кисть перекрутка вовнутрь. И нужно, значит, вот эту ключицу R вперед, значит, ее. И чуть-чуть кверху. И вот эту, значит, часть грудинка. Еще раз. Так, а ну-ка. Наверное, вот эту лучше. Так, да? Тогда шею чуть-чуть выравниваем. Позвонок и так согнутый. И вот так вот раз. И то же самое делаем с этой лапой. R. Перекрутка. Перекрутка. Подставляем. Ключицу опускаем, перекручиваем вперед, семерка на нампаде, R, выводим. Так, смотрим теперь, R, перекручиваем таз, G, выравниваем более-менее вес. Так, это вот эту, значит, кость тазовую еще выравниваем. И так, тройка на нампаде, ноги стоят. Так, плечи ушли вперед. Персонаж, значит, согнутый. Можно еще больше его согнуть для прикола. Вот так, и теперь можно плечи вот так вот ключицы отвести, чтобы он такой побрутальнее был. Как бы коленем вот эти руки на колени как бы. А и. Ай-яй-яй-яй-яй, не на том кадре писал. Ладно. G уводим сюда. 35-й G сюда. Это на 35-й. Поменяли два кадра, не проблема. Так, раз, раз, раз он поднимается.
Так, вот здесь 30-й кадр. Немножко поменяем. R. R. И вот так вот G. R. Вот эту тоже G. R. Чуть башка, наверное, поднимется, пусть. Тут можно еще рот ему открыть, пусть полечит. А? И что получается, 25-й как изменился? О. Приземляется. Чуть-чуть у меня тут вибрация идет. Можно еще сделать, чтобы он приземлялся типа на кулаки. Ну, другую посадку сделать. Так, смотрим, что получилось. Так, ставим 35 кадров. Ага, 25-й. Так, 25-й прописываем АИ. И теперь на 40-м, где он становится, пусть он распрямится. Так, даже можно на 45-м, чтобы как бы замедленно это дело было. И когда он распрямляется, пусть он G немножко выровнится. И G R лапы вот сюда как бы в бок отведет. Вот так. И R ключица опустит. Ослабится типа. И в бок назад их уведет. Плечи. Вот так вот. Так, позвоночник давайте еще немножко выровняем. А это пусть согнутая будет. Это его фишка такая. И потом вот с этой позы можно будет начать, значит, что делать. Это повороты влево-вправо. Так, и вот чуть так вот. Ага, в бок пусть уйдет. Так, что тут? Ну, а эту пропишем в мертвой зоне, просто как дублировать, так чтобы мягкость была. Так, смотрим, что получается. Так, включаем план дерева. Возможно, даже нужно еще пониже его опустить и поставить здесь 45 кадров теперь же у нас. Вот он приземлился. Возможно, даже... Так, на каком кадре? На вот этом кадре. Давайте попробуем. Так, ну эту посадку-то он сделал. G поправляем и прям пониже. И раз он приземлился. Так, значит, отдача еще побольше идет. Руки, значит, R, G уходят в землю. Где-то вот так, как бы пальцами, кулаками, чтобы он приземлился. Вот так. Так, R. Ставим кистям углы хорошие. Можно их даже вперед вот так вот вывести лапы. Вот так вот. Таким вот образом рядом так он их поставил. И вот здесь, значит, теперь R позвоночник перекрут сюда. Голова. Вот так выравнивается, да? Так, это плечо идет вперед.
И это плечо идет, ну это чуть поменьше, пусть перекрутом. И вот здесь, значит, позвоночник уходит на эту, да, вот на эту лапу. А, и прописка. Вот видите, теперь у него посадка такая более жесткая. Все прикольно. Бэнс, братаны, пацаны. Ну вот такой вот эксперимент по посадке. Следующий эксперимент, значит, будет движуха поворот влево-вправо. Потом, значит, передвижение с помощью рук, бег. И попробуем прыжки на камни, там, короче, прыжки вверх. Ну, короче, посмотрю, что там еще можно сделать. А, еще падение, типа умер, разбился, ну, что-то в таком духе. Думаю, будет информация интересная, полезная. Ну, видите, не так много кадров, но когда вот эти все пропишутся, промежуточные, я их сейчас не буду почему прописывать, потому что я еще потом хочу вот эти все главные кадры подкорректировать. А когда все будет готово, я уже пропишу промежуточные, чтобы вся эта мягкость и все было завязано именно вот на этих кадрах. Если сейчас вот прописывать промежуточные, потом такой сбой может начаться при корректировке вот этих основных кадров. Тут начнется как? Ну, они начнут давать не тот результат, там другие будут слова движения. А это вот главные кадры сделаны. Теперь шлифовка, корректировка. Так, вот здесь вот еще можно даже вот здесь как-то может перекрутить ему вот это тело. Как-то лапы может чуть вперед подать поближе. Он уже на посадку идет, больше согнуть его. Но это я тоже посмотрю, и потом будет еще один ролик, где вот все вот это дело я постараюсь рассмотреть, показать и так далее, короче. Все, всем пока, до свидания.